хорошая здесь погода. Начало матча осталось ждать совсем немного. Георгий Черданцев и Константин Генич надеются, что вы не отключили комментарии. Постараемся сегодня рассказать вам что-нибудь интересное. Лучший немецкий футбол на ваших экранах. Смотрим Бундеслигу. Это Хофенхайм против Баварии. Крайне важный матч сегодня для обеих команд. И поэтому мы эту игру очень ждали. Хофенхайм сегодня в следующем составе начинает матч. Итак, смотрим на тактическую схему команды. И отметим, что тренер решил сыграть все-таки от обороны. Бавария сегодня начинает матч в следующем составе. Нойер занял место в воротах. Лукас Эрнандес в обороне играет. Зуле. С одним игроком впереди решил главный тренер сегодня начать игру. Посмотрим, долго ли продержится такая расстановка. Вратарь Баварии Мануэль Нойер многими считается лучшим вратарем мира. Хотя поклонники других вратарей, Касилис или Буфона, наверняка с этим поспорят. Но так или иначе, недавно Нойер обошел легенду немецкого футбола Оливера Кана по среднему показателю пропущенных мячей за матч и по процентному соотношению матчей, сыгранных на ноль. Нойера уже нарекли создателем новой вратарской школы, прототипом голкипера будущего, футбольным новатором. Все из-за его активного участия в комбинационной игре команды. Голкипер то и дело выходит из своей штрафной ближе к полевым игрокам. Итак, планку судья обозначил. Сегодня можно и побороться в прямом смысле слова. Да, я бы сказал, что этот момент, например, тянул на желтую. Роберт Левандовский. Хорошо тут сыграл. Увидел открывание впереди, делает передачу. Мяч в игре, у вратаря не получилось его забрать. Далее у нас угловой. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Кевин Фокт. Очень хорошо они в пас играют.